белорусские 25-тонные самозвалы можно встретить у многих кутках земли. За недолгий час они стали широко ведомыми машинами. Каждая из них заменяет 3000 рабочих. 3000! У касках такая работа была под силу только волотом. Олег, это у касках. Выдатные машины. Белорусский автозавод молодый. Его биография началась в 1958 году. До этого свышмогутные самозвалы МАЗ-525 малыми сериями выпускались и на Минском автозаводе. Машин не хапало. И всего за полгода коля поселка Жодина вырос новый белорусский автомобильный завод. Цехи еще добудовывались. Не все обсталевание было установлено. Не хапало квалификованных рабочих. Але краине потребны были белорусские самозвалы, и завод их дал. И шел час, завод набирал силу. Удосканаливалось майстерство, росла квалификация рабочих. З усих кутков краины шли у Жодина добрые водвуки. Это подбодервало молодый коллектив. Однако конструкторы завода не супокоиваются над тем, что зроблено. Им бачно то, чего не зауважают иншие. Кожная, навод самая маленькая деталь, першим стать на свое место у складанном механизме, сограется тепло многих человечих рук, и только тогда металл становится корыстным для людей. Але еще ранее конструкторы повинны убачить у им необходимые формы. Люди самых разных профессий удельничают у створения машины. Але за все хибы отказывают у первую чергу конструкторы. Думка конструктора у кожной линии, вычерченной на ватмане. Але только у руках в опытнейших рабочих экспериментального цеха яна отрымливая свое конкретное усобление. От чертежной дошки до станка, от станка до чертежной дошки, я туль знов до экспериментальных стендов и станков, таки складанный шлях новой машины. Ни один узел, ни одна деталь не будут поставлены на машину, покуль не пройдут попередних выпробований, аж до просвечивания рентгеном и долгой проверки на специальных стендах. Математичные разлики обовязково проверяются практикой. Это задача специальной группы инженеров и конструкторов. Яны вызначают, насколько соправдные характеристики узлов близкие до теоретичных разликов. Так проходили тыдни и месяцы. Только после этого можно было приступить до сборки.
У теплые солнечные дни осенью 1961 года народился новый Волос. Это был подарунок белорусских аутозаводцев историчному 22-му съезду будовников коммунизма. Первые кроки новой машины вызначили ее значные переваги перед старой. Она на 4 тонны легче, грузоподъемность на 2 тонны больше, скорость повеличилась амаль удвоя, вытворчесть значно тоннейшая. И знов выпробование. Тяжко здивить наш народ техничными новинками. Але где б не спынился новый Волод, вокол его заусёды сбираются люди. Аутозаводцы зробили все, каб машина была моцной, выносливой и бездокорной. И она повинна изменить старые машины и гордо нести новую марку БелАЗ. Нет, не сказки пришел до нас Волод. На белорусском заводе створенный он неспокойной думкой, золотыми руками цудовных майстров. Недалеко той день, коли новый самозвал зойме свое место на кожной буйной будовле. По многих дорогах понесе он славу белорусского автомобильного, добрую славу.